Почему люди сообщают номер банковской карты и пароли посторонним людям? Какие технологии применяют телефонные мошенники, чтобы убедить собеседника продать свою квартиру? Как защитить себя и своих близких от психологических манипуляций? В студии программы «Город С» член общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области, руководитель Ассоциации цифровой безопасности Иван Андрианов. Смотрите новый выпуск в пятницу, 10 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».